Доброе утро. Ку-ку. Ку-ку. Да? Да, да. Ты играешь? А, ты кушаешь. Это намек, да? В общем, понедельник наступил. И такая пасмурная погода, что прямо... Ай, на что я легла такое жесткое? Что прямо неохота ничего делать, если честно. Потому что такая осень, ну, короче, питерская осень. Я вообще не очень люблю осень. Я люблю, когда солнышко, я люблю весну, лето, когда тепло, когда можно куда-то там пойти. А тут даже из дома выходить неохота. Вот, но я все равно себя заставила уже кучу дел сделать. Ребенок уже поспал первый сон. Я надеюсь, сегодня их будет два. Вроде мы сегодня по графику идем. И я вот думаю, в каком порядке выстроить день. То ли сейчас остаться дома и заниматься всякими делами-делами. Потом Артёша поспит, и мы пойдем гулять. Где-то в районе 5. Либо же сейчас пойти гулять. И потом заниматься делами. Ты чего буянишь? В общем, никак не могу выбрать, что лучше. При учете того, что мне не хочется ни делами заниматься, ни гулять идти, потому что там пасмурно. Скучно. Ой, мамины волосы. Да, вот это лучшая игрушка. Ты что хочешь, гулять или дома сидеть? А? Ты не знаешь, куда ты пополз? Что происходит? Ой, фу, надо подгузник менять, кажется. Ты чего не сказал, что у тебя авария произошла? Мы переждали небольшой дождик и все-таки решили выйти в первой половине дня, чтобы не гулять в темноте. Мало ли, сумерки опять сгустятся рано. Так что сейчас идем. Я хочу зайти в улыбку радуги, потому что я уже несколько дней не могу купить себе тени. Мне ужасно неудобно выковыривать там 3 грамма оставшихся теней. Поэтому я сейчас уже хочу зайти и купить наконец-то. Артёшка сидит серьезный. Сейчас приходится выдавать ему на улицу соску, потому что иначе начинает грызть и обсасывать комбинезон. И, соответственно, все мокрое. И прямо мне никак его не отучить от этого. Видимо, надо просто переждать. Еще я читала комментарии по поводу названия. Ну, посмотрим пока, сколько в какую сторону повернется количество за и против. Единственное, что хочу сказать, такой вариант, как дневник мамы, точно не подходит. По трем большим причинам. Первая причина – это то, что если я сейчас в основном в роли мамы выступаю, то это временно. То есть Артёшкин подрастет, пойдет там в садик, в школу, и я в основном буду не его снимать. У меня сместится акцент в жизни. И, соответственно, мне что, опять менять название канала? Во-вторых, что-нибудь типа «Дневник молодой мамы» не подходит, потому что в 40 лет. А в 50, если я буду вести канал, это тоже будет смешно смотреться. Ну и в-третьих, я бы не хотела идентифицировать себя как в первую очередь, что дневник чьего-то там родственника. Я после рождения ребенка стала мамой, но я в первую очередь осталась собой. А мама это как бы так, приложение к кому-то, да, к какому-то другому человеку. И миллиарды других женщин тоже являются мамами. Поэтому я не хочу такое. И других хороших предложенных вариантов тоже не увидела. Ну, то есть, как бы, вот, дневник Алисы или дневник учительницы, сейчас буду думать. Алишер за то, чтобы поменять. Я прям, я не знаю, короче, пока еще, потому что, конечно, уже достаточно известно под этим ником. Но кто его знает? Вот я сейчас в декрете, а потом я еще, а вдруг второй будет потом как-нибудь сразу? А вдруг я после этого всего пойду не в школу работать, а в какое-нибудь другое место и не учителем буду, а там, я не знаю, кем, менеджером, грубо говоря. Руки замерзли, пока я с вами говорила. Поэтому я вся в таких сомнениях. Или забить и оставить, потому что уже известно это все, и все-таки я в душе учительница. И вы это видите, вы это знаете. Ай, ай. Не надо... Да что ж такое, перчатку упала? На меня злится, что я такая серьезная, в последние дни затюканная. Ребята, 10 месяцев нормально не спала. Посмотрите на мои глаза вообще. Я уже какая-то окосевшая, одуревшая. Я в жизни такой уставшей не была, потому что
Даже когда я, например, училась в университете, вставала постоянно в 5-6 утра на пары, бежала на пары, потом на работу, потом встречалась с Алишером, потом до ночи делала домашки там до 2, потом опять вставала в 6, все равно у меня бывал день-другой, когда я могла отоспаться и ничего не делать. А здесь это не прекращается, и несмотря на то, что я стараюсь, просто вот этот недосып, который мне никак не компенсировать. Я при любой возможности ложусь поспать, но все равно я очень измотанная. И на фоне этого, естественно, обостряются все проблемы со здоровьем. И голова постоянно болит изо дня в день. Когда меньше, когда больше. Вот сегодня она мало болит, поэтому я такая, ух, а вчера вот совсем плохо было. С этим ничего не поделаешь. И не снимать это тоже не вариант, потому что съемки для меня это такая отдушина. Потому что я когда попадаю в этот мир детской площадки, где там все... Вася, дай я вытру тебе ручки. Маша, не размазывай сопли по качелям. Ой, ужас. Я себя чувствую как-то отдельно от этого всего. И не хочу я вливаться, замыкаться на чисто мамском. Я постараюсь быть бодрее для вас. Тяжко мне. Но я снимаю реальную жизнь. Они егегей, там 2, и мы счастливы. Нет, иногда мы бываем немножко задолбаны. И это факт. Вот что я купила. Вот такие тени. Не было просто темных, но мне вот эти 3 крайних цвета нравятся. А остальные мне на самом деле не очень нужны. Но стоило недорого. Здесь была подходящая палитра. И еще я взяла вот такую краску для бровей. Я не знаю зачем. Я уже как-то одну покупала и так и не воспользовалась. Хочу сегодня вечером попробовать, чтобы не рисовать так интенсивно брови, а то надоело уже. Попробуем покрасить. Может быть, буду ходить как Брежнев. И еще я видела там набор для маникюра обратного. И хотела... Ну, думала, не взять ли его, но там не было ценника. Я не поняла, сколько он стоит. Я думала, может, в интернете заказать. Потому что я уже насмотрелась, как мне в салоне делают. Для меня это больше не выглядит таким безумно сложным делом. Хочется самой попробовать. Потому что это для меня был главный затык. Ну, я уже поняла технологию, как он лак наносит, и как его снимает, и как ногти обрабатывает. Так что, конечно, мне теперь уже начало хотеться делать это самой. Ну, загляну в интернете, посмотрю цену. Тут у нас везде становится так красиво. Смотрите, какая аллея классная. И кошка классная. Может, сфотографировать? Посмотрите на нее. В общем, в моем инстаграме будет плюс один красивый пейзаж. Я, наверное, уже всех достала, но слишком красиво вокруг. Мне очень нравится это все фотографировать. Кстати, кто пропустил, у меня пост в инстаграме. У Алишера теперь тоже есть инстаграм. Арт Алишер называется. Не подписан, подписывайтесь. Алишер сидит так, не поставили лайк, еще лайк. Сфоткай меня, я хочу выложить в инстаграм. Так смешно. Ой, кошка листики ловит. Киска. Иди ко мне. Нет. Попозировала и пошла. Ну ладно, хорошо хоть попозировала. Такие листья красивые. Ух ты. И, кстати, мы с мамой все еще ждем наши куртки. Они уже приехали в город, грубо говоря, на сортировке. И скоро мы их сможем забрать. Пальто я заказывала осеннее и куртку. Но насчет пальто я не знаю. По крайней мере, гулять я в нем точно не смогу. Оно у меня скорее на выход, оно тоненькое. Вот. А пуховик и все не черное. И по поводу цвета пальто... я даже не помню, по-моему, никто не угадал в комментариях. Ну, а пуховик я заказала тот, что был в инстаграме, который многим не понравился, потому что я не хотела черный. Вот сейчас я, например, в черном, но я не покупала эту куртку, мне ее подарили. Сама я крайне редко покупаю черные вещи. Мне в них по большей части неуютно. Но вот в этом нормально, поэтому я в ней хожу там уже несколько лет. Просто очень теплая, очень качественная. Это фирменная куртка, у меня таких вещей нету других. Вот, а так обычно я в черное, когда одеваюсь, я себя чувствую какой-то серой мышью. Мне реально не нравится, я себя незаметной чувствую, блеклой. Поэтому я не люблю темные вещи. С
свадебную скамеечку то ли ремонтировать собираются, потому что что-то странное с фундаментом. Господи, кирпичами, короче, этими внизу. То ли ее на зиму замотали, хотя прошлой зимой я такого не помню. Но вот такой у нее странный вид. А так здесь вид, конечно, просто прекрасный. Но здесь так безумно холодно. Я вспомнила, почему я не очень люблю зиму и осень. Потому что у меня рука просто уже скукожилась. И я не могу ковыряться в телефоне. И от этого еще скучнее. И ребенок тоже такой в миноре. Мама, мне скучно. Ему просто уже скучно ездить в коляске на руках, он хочет ползать все время, идти не может, но хочет ползать, а на улице не поползаешь. Я его, конечно, качелями развлекаю, но я жду, когда он уже начнет делать первые шаги, и тогда гулять с ним станет намного интереснее, потому что когда ему весело, тогда и мне весело. Когда он такой задумчивый, мне его немножко жалко, что я его заставляю тут сидеть и по сторонам просто смотреть. О, уток, смотрите, сколько. Они тут и зимой тусуются. Ждут. Вдруг их кто покормит. Павка. Отдай мне морковку. Морковку, кстати, в подшопе заказывала. И не помню, что это за фирма. Но это морковка супер прочная. Это самая прочная из игрушек, которая у нас есть. Туф-туф-туф-туф. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Я готовлю. У меня там тушится куриное филе. И тут пришел Анжер. Вон он такой веселенький. Пришел и принес продукты. Я их сейчас буду раскладывать. А почему ты расстроен? Ты застрял. Ты чего? Почему ты расстроился? Застрял, да? Она не играет. Ты хотел ее включить, да? Это еще штучка неудобная торчит. Может быть, он об нее ударился чуть-чуть. Какой ты молодец. Вот Алишер вот так вот развлекает ребенка, пока я работаю. Я тут прибежала на вопли. Вообще никак, да? Надо собраться, и тогда ты сможешь даже встать, ты понимаешь? Вот, давай, давай. Это что за маленькая бедная собачка? Вот такое несчастное существо. Никто ее не любит, никто не гладит и не играет. Ты посмотри, какое у нее лицо. Она актриса у нас. Рекса, ко мне. Рекса, иди ко мне. Она делает вид, что она тебя не знает. Алишер в ванне купает Артёша. О, задвинь щит под ванной, пожалуйста. А то я забываю. Некрасиво. Сразу оживилась. Знаете, что эта крокозябра сегодня ночью сделала? Она меня напугала. Мало того, что Кузя сегодня... Ну, сядь, пожалуйста. Сидеть. Кузя сегодня ночью полтора часа орала. Так это значит, учудила. Пошла я ночью в одно очень интересное место. Сижу, никого не трогаю, и вдруг такой звук в темноте. Я свет не включала, такой... Оказывается, эта Рекса решила, что ей больше подойдет спать прямо в ванне. То есть не в комнате в ванне, а в самой ванне. Она туда запрыгнула и там вздыхала во сне. Я там чуть не умерла. Думаю, что за монстр у нас в ванне завелся. Да, вот так вот, только погромче. Какой чудесный день. И песенка моя. Рекса. Покерфейс просто.
Я уложила ребенка спать и сейчас буду экспериментировать. Так, на 15-20 минут надо нанести на чистые брови. И ресницу, но я буду только на брови наносить. Я благодаря Алишеру смогла поработать вечером. Пару часов или даже больше. Все сделала. И уже начала монтировать видео. На зазеркалье смонтировала. Наверное, все-таки еще одно на зазеркалье сделаю. Потом уже за свои возьмусь. А то у меня там хвосты по зазеркалью большие. Так. Делается. Протыкается. Эта штучка. Я не знаю, чем вообще, в принципе, красить надо. Наверное, кисточкой. Но я взяла ватную палочку. О боже, она такого цвета темного, черного. Ладно. С Богом. Я надеюсь, у меня от этой краски покрасятся только волосы, а не кожа. Иначе у меня будут очень разные брови. В общем, теперь надо подождать 15 минут. Короче, я боюсь ждать 20 минут, поэтому я подождала 10 и сейчас буду умываться. А все не так уж и плохо. Смотрите, у меня покрасились только волосы, не кожа. Я даже боялась. И выглядит это намного лучше, чем если не прокрашенные. Как будто я их чуть-чуть уже подвела. Классно, издалека вообще супер смотрится, мне нравится. Так что можно дорисовывать кончики просто и не так. Что вы делаете? Боже, ты куда? Смотри, все не так уж и страшно. И что это получилось? Ну, как всегда, Алишер не видел разницы. Я не ожидала другого. Они стали темнее брови свои. Но ты никогда... Он даже не видит разницы, когда я накрашена и не накрашена. Ладно, я сейчас буду объяснять, в чем разница, а мы с вами увидимся завтра. Всем пока-пока.